Накал эмоций, спортивный дух и азарт. В спорткомплексе «Родина» прошло первенство спортшколы «Химки» по плаванию. Спортсмены продемонстрировали на время свои навыки в комплексном плавании, плавании вольным стилем и на спине. Участники не только стремились обойти соперников, но и активно поддерживали друг друга. Для юных спортсменов это не просто рядовые состязания, а настоящий смотр. По его итогам самые сильные пловцы сформируют сборную округа. Дети будут выступать уже на соревнованиях более высокого уровня. Это соревнования Московской области. Дальше отбор уже будет проходить для соревнований регионального и всероссийского уровня. Самым маленьким участникам не исполнилось еще и 7 лет. Но они уже как кандидаты на зачисление в спортивную школу принимают участие в этих соревнованиях. Награды распределялись среди мальчиков и девочек по возрастным категориям на нескольких дистанциях. Подобные состязания по разным видам спорта регулярно проводят на территории городского округа Химки. В нашем городе сделано все для того, чтобы различные виды спорта были доступны для наших юных химчан. Очень много бесплатных занятий. Это и футбол, и баскетбол, и вот плавание. И сегодня поистине настоящая радость видеть так много ребят, увлеченные одной замечательной спортивной прекрасной идеей. Спорткомплекс «Родина» в этом году открылся после капитального ремонта. Здание изменили планировку, общая площадь стала больше, появился хореографический зал, увеличили ширину дорожек бассейна. «Родина» – важнейший социальный объект Химок. Здесь созданы все условия для развития и воспитания подрастающего поколения. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.